Международный день музеев в Якутске отметили ежегодной культурной акцией «Музейный пикник». Праздник состоялся под открытым небом на площади Ленина. Школьные и ведомственные музеи, коллекционеры, народные мастера презентовали интересные яркие выставочные проекты. На разных площадках прошли различные выставки, мастер-классы, показ фильмов. В рамках мероприятия вручили ежегодные премии главы республики имени профессора мецената Михаила Габышева в области музейного дела. Главную номинацию «Музей года» присудили Музею дружбы народов имени Ксенофонта Уткина. Сегодня каждый музей Якутии является не только хранителем истории и культуры, но и активным общественным центром. Общественной, семейной жизни. Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия. Праздничная акция проходит в рамках Международного дня музеев, который состоялся по всему миру 18 мая. И в этом году, несмотря на традиционное проведение ночи в музее в наших зданиях, мы решили, что музеи должны выйти за пределы своих зданий и сделать большой подарок населению города и гостям столицы.